Иоанна, архиепископа Константинограда Златоустого, священномученика Илариона, архиепископа Верейского, его же и память ныне совершает, и всех новомучеников и исповедников Церкви Русские, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Сердечно поздравляю всех вас от имени братьев Святительской обители с неделей Ярославленным и с днем памяти нашего небесного покровителя, священномученика Илариона, архиепископа Верейского, любимца нашей церкви, любимца нашей братьи, учащих и учащихся нашей духовной семинарии, любимца наших прихожан. Мы сегодня физически находимся друг от друга далеко, но духом и в молитве вместе, единым сердцем и едиными устами молимся Господу и Спасителю нашему и почитаем Его великого угодника, священномученика Илариона, архиепископа Верейского. Несмотря на свои молодые годы, этот человек, святой человек, очень трогательно, близко и глубоко переживал тему церкви. И особенно он постоянно говорил о ее единстве, о том, что она является тем спасительным кораблем, без которого невозможно переплыть эту реку жизни. Очень часто он останавливал свое внимание на том, на тех словах, которые Господь произнес в Гефсиманском саду, молясь о том, чтобы его ученики и все, кто будет после него свидетельствовать свою веру, были едины. Единство – это та тема, на которой особенно акцентировал свое внимание священномученик Иларион, когда он рассматривал эти слова и говорил о Святой Церкви. Единство – это дар и одновременно поручение Бога, созданной им Церкви. Единство – это то, что мы чаще всего не сохраняем, что разрывает Церковь на части, что наносит ей ущерб и что нас разделяет и вместо братьев и сестер делает чужими людьми. Нарушение единства – это то, что не хотел бы видеть нас наш Спаситель. И Он особенно в эти дни, наверное, тем посланием, которое обратил некоторое время назад ко всему человечеству, говорит вновь и вновь нам о единстве, о его необходимости, о том, что это дар, который мы должны сохранять и приумножать. И именно об этом очень часто говорил священномученик Иларион, архиепископ Верейский, 21-ю годовщину прославления и перенесения мощей которого мы сегодня молитвенно отмечаем. Его молитвами Господь да укрепит нас в этой мысли и поможет осуществить каждому в сердце своем единство с нашими ближними и через это малое единство, единство со всей Церковью и с ее основоположником Христом. Воскресший Господь да вразумит нас, да умудрит, да укрепит, да подаст нам в этом терпение, смирение в том, чтобы мы услышали Его послание и осуществили Его поручение. Поручение быть едиными. Христос воскресе!